Оперативные данные штаба Алроса по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на 17 ноября. В Мирном положительный анализ на COVID выявлен у 36 человек, на Айхало-Удачинской площадке у 18. В стационаре Мирного с коронавирусом находится 127 пациентов, в Айхале и Удачном – 39, в Ленске – 57. В реанимации в стабильно-тяжелом состоянии с поражением легких 50% и более находится двое работников Алроса. На амбулаторном лечении с коронавирусом в Мирном находится 529 человек, на Айхало-Удачинской площадке 213, в Ленске 114.